Родники, спасибо тебе за субскрупно бустера. Да, спасибо. Нельзя же песни, блядь. Точно. Алло. Помню, ты что, пошел на фейл, не позвал меня? Да не, ну я думаю, русские песни, по сути, я могу послушать, а знаешь, типа R&B клуб. Я думаю, буду, мне, блядь, АП не кинет, понимаешь? Понял, окей. Илюх, а ты тут? Или Буда не решает, или там лейбл кидает? Меня слышно? Ну, хотя хуй знает вообще. Ладно, ББ. Чё, Зарк, да подожди ты, ёбаная попа, блядь, подожди, мы тут с пацанами решаем вопрос. Русские, да, мне просто кажется, что за русские не будут кидать, просто потому что, ну, типа, я с многими русскими певцами общаюсь, блядь. Типа с тем же Кридом, блядь, я же могу послушать, блядь. Здарова. На наш любимый форс-дропчик завезли новые кейсы. Так что как раз проверим их окупную способность. Вот, это кейсы Fast Cup. Скроем сразу 3 штуки за 290 рублей. В этот кейс напихали довольно много ножей, поэтому шанс, что нам что-то выпадет действительно достойное, довольно большой. Эх, пролетело довольно-таки много ножей. К сожалению, все мимо, но мы урываем почти 600 рублей. И в итоге остаемся в плюсе. Но если тоже будешь открывать коробки, то нажми вот здесь вот плюсик и обязательно вбей промокод Rewind, чтобы получить нехилый такой бонус. Погнали. Здорово. Ой, Буда не в R&B? Нет, в смысле, Буда... А, Буда в Random Crew точно, блядь. Да похуй, блядь. Здорово, здорово, блядь, здорово, братан. Чё там? Серьезно, здорово, братан. Салам. Слава. Давайте, дам, дядь. Ты говорил недавно про VIP-заактив. Ты в натуре давно уже, блядь, тут обитаешь, братан. Нафармил 360. А кто топ-1, кстати? Линусов и не знаю. VIPs. Что с ними надо делать? Посмотреть, кто у меня VIP вообще. Я вполне достоин VIP-а, и ты меня частенько в чате видишь. Что скажешь? Многие знают меня в чате и могут подтвердить. Надо снять с некоторых. Уф, бля, прошу прощения, бля. Нахуй. Что? Как дела? Бля, а что теперь делать, бля? Как музыку слушать, бля? А за Цоя кто-то будет АП кидать? Просто что-то я не понимаю, как это работает. Блядь, надо у Илюхи спрашивать, я вообще без понятия, блядь. Ну, Илюх что-то зашел, хуй знает. А чего вам больше понравилось, мужики? Донетки или шпион? Донетки или шпион? При учете, что завтра в донетках я сделаю, бля, описание. Найди канал на Ютубе без ап... Уф, бля, крашнуло так, крашнуло, ёбаное. Да что, ну, ты меня не позвал, что ты ставишь без так меня? Так заходи, долбоёбушка, блядь. Ебать твою попу. Кокос, ты тут? Кокос! Сначала... Кокос! Сначала на форс-дроп со строго. Давай к ней пизди, лады? Ладно. Мужики, промокод бустер вводите, бля, я реально не балдёж, бля. Ну куда я на Ютубе посмотрю вообще, что там за музыка без АП, бля? Музыка без АП, блядь. А, ну я Илюхину музыку могу, кстати, слушать. Илюх, слышишь, а если я буду слушать, бля, русских рэперов, понял? Мне может за АП прилететь? Тебе за любое то, что защищено авторскими правами, может... Ну а если я, допустим, с Будой общаюсь? Ну, если вы договоритесь, то что если тебе прилетит от него АП и... Он снимет, типа, страйк? Да. Ну, бля, потому что с русскими легче договориться, ты же понимаешь, грубо говоря. НКС пишут. НКС, что там за музыка? Ну, НКС это... No Copyright Sounds, да. Да, это то есть ты можешь слушать там все, что хочешь. Но это электроночно. Ну, когда я послушаю, что здесь вообще есть. Блядь, такие хорошие кэфы, пизда нахуй. Сейчас скоро такая же начнёт. Я столько уже проебал из-за того, что только захожу. А ты промокод сегодня давал? Вау. Чел пишет, чек Моргенштерн Кадиллак, бля, братан, ты вообще сниппет? Или как это сниппет? Не, слили трек. Так такой же нельзя слушать, нет? Ну, а как его слили? Не буду слушать точно 100%. Прям фулл трек. А как его, украли что ли где-то? По неосторожности, типа, кто-то, видимо, кому-то отправил. Не хочу слушать, мужики, вы что, тем более, бля, слитый трек, нахуй. Это неуважение, бля, я уважаю, нахуй, Моргенштерка. Моргенштерка. Это вообще балдеж, блядь. Не. Да сука, ебучая, блядь. У меня такое ощущение, что это очередной какой-то гениальный план, блядь. А, мне кажется, он хотел повторить какое-то Big Baby Tape, может быть. Он же слит в более хуевом качестве, да? Нет. Прям в идеальном?
Ну да. Ну типа как это? Ну там эти. Что там эти? Ну типа, блядь, ну есть, короче, форматы музыки, я сейчас начну говорить, и мне будет себе писать то, что выебываюсь. Давай типа, не пизди, блядь, выебываюсь. Начинай выебываться. Не, ну вроде там нормально, типа, хорошее качество. То есть, ну, нет ни помех, ничего, ни... За что уважать его, братан? За то, что он вообще гений в маркетинге, блядь. Это же вообще, блядь, гениальный чел, типа. Его, ну, его все знают, он постоянно у всех на слуху, блядь. Типа, ты по факту можешь говорить, что он, типа, записывает говно, блядь. Это вообще дело вкуса, блядь. Субъективное мнение, ну, знаешь, по поводу музыки, здорово, брат. Но... А? Ставишь? Да. А ты? Я нет, я ебал. У тебя там что-то не получается, да, походу, блядь? Я уже третий день подряд ловлю 1.47, потом 1.20 и 2 краша. Вадя, и на третий я лыню и все. Поздравляю, братик. Я разгадал загадку. Разгадал? Молодец. Сука, блин, довольно сложные, сложные задачи. Это самые сложные были, брат. Завтра я буду... Завтра пойдешь? Да. Я охуел. Знаешь, короче, что я мог предположить? Блин, какой-то этот... Я мог предположить, что там, например, питомник какой-то, да, был? И туда... Да, блядь! Ну мы нормались-то хуёвые кэфы, дядь! А, ну вот, у меня всегда так, вот всегда не, так. До этого такие охуенные. Я даже не полтора ставлю, я даже уже не полтора, я уже 1.3 ставлю. Что, я проебал весь свой бюджет? А, ты проебал сейчас... $600. Проебал сейчас $500? 600, алло. Да. Алло. Алло. Соточку вернул. Строк, скажи мне, пожалуйста, ты скачал, я надеюсь? Да, все, я уже скачал. Ой, какой ты умничка, блядь. Да то я не скачал, братан, блядь. Ты не скачал? У меня, Славяныч, у меня, поставь, пожалуйста. У меня, братан, 100 мегабайт в секунду качается именно. У меня гигабайт скорости, блядь. А, нихуя ты красава. У меня там вообще... У вас интернет жесткий здесь, слышишь? Ну он и, блядь... Не будем, а в интернете, так сказать, во время стрима. Где живешь? Сейчас скажу адрес, братик, блядь, подлетай нахуй. А что за провайдер? IP скинешь? Да, конечно, дядь. В чат желательно. Я в чат заброшу, нахуй, пацаны. Он в инкогнито. А то я забыл просто, как нахуй стрим. Я забыл, как стрим выключать, блядь. Выключите меня, нахуй. Он в инкогнито сидит, у него IP нет. Бля, алё, братанчик, кашель суховатый, блядь. Ты точно в Москву, блядь, нацелился, нахуй? Да. Ты охуел, блядь? Так у меня не коронавирус, у меня туберкулез. А, все. Ну заебись, напугал, блядь, фу, блядь. Из одного бокала охуедеть будет. Бля, братан, я тебя так люблю, я так хочу тебя взять за твои уши, бля, просто обкончать все твои родинки, блядь. Там нам понадобится очень много спермы. Бля, Илюха, ты вот пиздец, я так по всем соскучился, бля, это просто пиздец. Нам надо будет съесть таблетку, бля, что-то. Знаешь, есть таблетки, которые типа больше спермы вырабатывают? Да, да, знаю. Здорово, ребята, вызывали. О, нихуя себе, здорово. Буда, брат, слышишь? Буда, у тебя есть Overwatch, Буда? Нету. Братан, брат, я могу твои треки слушать на Твиче? Ты блядь, спасибо тебе, брат. Не-не, я к тому, что если меня вдруг стрейканет твой лейбл, ты попросишь, чтобы сняли стрейк? Да я им уже сказал, чтобы они тебя подписывали, блядь. Потом... Блядь! Обалдёжи! Все, просто ему зло так врубай, брат. Я и так его слушаю, типа, блядь, сейчас такая хуйня, что начали за АП прилетать. А мне нравится. Лучше, блядь. лучше. Ты у меня на wallpaper'е стоишь. Все, обнял, полетел, позже связь, пацаны. Нормально. Красавчик. Ебать, зашел чисто как дела. Порешал, слышишь? По бизнесу. А он добро дал мне, понял, что я могу его музло, бля, просто нарепить и хуярить здесь постоянно, нахуй. Слав, спасибо ты тебе, можешь дальше чуть-чуть постримить 5 минуток. Все, давай, брат, свяжемся. Я улетел, бля. Балдеж, бля. Понимаете, бля, рэперы какие-то, знаешь, они не, какие-то не другие, другие какие-то немного. Ну, естественно, люди, брат. Ну а все люди разные, ты же понимаешь, бля. Да, да, да. В этом-то вся и прелесть, бля, понимаешь? Бля, мне самое больше раздражают всякие-то диджеи, блядь, долбоёбы, нахуй. Всякие вот эти, понял, брата? ЕДМ, типа, и вот они там едут, бля, едем, блядь. Бля, это че, да. Бля, ёбки. Бау, бля, пфф, 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 пфф